Какой мерзкий вынул!
Где вы это взяли? Это нашли у пленного офицера в Йорктауне. Оно чем-то притягивало меня, и я оставил его себе. Странно. Я не могу вспомнить лицо того офицера. Можно взглянуть. Ваш разум помрачен. Вы правы. Это все сны, вызванные этим яблоком. К счастью, вы здесь. Мы отвлекли Вашингтона в порту и дали повстанцам шанс. Они штурмуют пирамиду. Все пути перекрыты, их порежут на куски. Я должен быть там, с ними. Вы можете это повторить? Вашингтон совсем обложил нас! Я задержу подкрепление, а вы к главным воротам! Отходим! Отходим! Oh,
нам стреляют сверху! Убейте их! Это еще что такое? Мой король, там народ штурмует пирамиду. Народ? Штурмует? Народ — это я! Да, сир. Народ — это я! Я отдал все служению свободе. Они не видят? Я жертвую своей жизнью ради них. Я разбил англичан, дал им свободу. Я! Они бунтуют. Это безумие. Вы наш светоч, мой король. Он на мушке. Oh!
Вы нас спасли. Теперь нам всем нужно затеряться в городе. Кто вы? Радун Хагейду. Рад встрече. Позже обсудим, как быть дальше. Право, сэр. Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Народу нужна помощь такого ловкого человека. Моя цель — свергнуть Вашингтона. Остальное не важно. Вашингтона не одолеть без поддержки жителей Нью-Йорка. А что им нужно? Здесь голод. Если накормим их, получим поддержку. Но все запасы контролирует Джон Фитцуильямс. Самый продажный чиновник в этом насквозь продажном городе. Покажите мне его, и я узнаю, где его склады. Качество не ахти. Ну и дешевле тут не найдешь. Вот Фитцуильямс. Гнуснее кровососа не найти во всем новом свете. Взвинтил цены до небес, а всю прибыль кладет себе в карман. Мне на него плевать. Главное, что нам сейчас нужно, накормить людей. Я пойду за ним и найду склады. Все, что можно купить и продать, вы найдете здесь. У меня нет денег, а семья умирает с голоду. Прочь. Не будь с лентяем. Ограбь кого-нибудь и заплати мне. Слезай или пожалей! К слову, вам удалось найти...
понравился его последний памфлет. Слышал, он очень... Ты свалишься? Уильямс всю торговлю провизией прибрал к рукам. Как ему это сходит с рук? Под носом у Вашингтона! Проще простого. Король получает свое с каждой репки до моркови. Думаешь, Вашингтон с ним заодно? Ты что, наивный владелец? Ты. Да, ты. Я ничего не сделал. Томас Джефферсон хочет отвезти эту еду голодающим людям. Продать? Раздать. Раздать еду даром? Я с вами, друг. Зови друзей. Заберем столько, сколько сможем. Взять его!
его! Вот он! Вперед! Здесь не проехать. Взорвите бочки! За ним! Сверху! Не думал, что останусь в живых, надо же. Так я еще не веселился. Томас Джефферсон, люди! Эту еду вам прислал мистер Томас Джефферсон! Томас Джефферсон! Пара морковок. Вот цена преданности. В чем дело? Мой друг Пол Ривир исчез 3 дня назад. Этот солдат подтвердил, что жена и сын Ривира тоже пропали. Сожалею. Ривир был бесценным человеком. Он пытался вырвать город из когтей синих мундиров. Округ за округом он завоевывал доверие и поддержку. Я продолжу дело Ривира и объединю горожан. С их помощью мы сможем заменить Вашингтона новым правителем. Этой страной должен управлять народ. По-хорошему, друг! Меня...
другие ее ценности. Великолепие, но... Скажи правду, трус! Последнее слово. Конец! Спасибо за помощь. Я с вами, друг мой.
Американцы возглавляют светлое правление короля. Скажи правду, трус! Вашингтон произносит речь. Народ Соединенных Штатов, перед вами просто человек. Глядя на эти обширные земли, я вижу, как вы страдаете. Да, все вы, каким трудом вы строите лучшую жизнь и лучшее будущее. Вы всем жертвуете ради блага всей страны, ради свободы. И я признаюсь вам, ваши жертвы меня вдохновляют. Они не напрасны! Я знаю, что жизнь нелегка. Ужасы войны, преступность, голод. Всему этому виной Крамола Джефферсона. Но мы идем к нашей великой цели. Она сплотит нас и вознесет над суетой. Для нас уничтожение бунтарей станет лишь предвкушением грядущего пира. Мой народ, стоя здесь, я чувствую в груди биение 4 миллионов сердец. Объявляю о великом проекте нашей нации. Скоро мы соберем войска. Мы построим бесчисленные армады. Мы вступим в бой с нашим главнейшим врагом Англией. Мы сойдем на их берег и оросим поля кровью. Англичане дадут зерно нашим мельницам и станут нашими рабами. Их труд в поте лица обогатит вас всех. Наша страна займет свое достойное место в мире. Великое королевство Соединенные Штаты Америки! Стране. Скажи правду, трус! Thank you.
сделаешь? Прошу, помогите мне! Помогите! Прошу, помогите мне! Свободу! Город полностью готов к восстанию. Теперь Вашингтону конец. Я так доверял ему во время войны с британцами. А несколько лет спустя готов рискнуть всем, чтобы убить его. Уже все готово к моему сигналу? У меня есть человек в военном округе. Он знает, как пробить брешь в обороне. Подадим сигнал к революции и уничтожим их запасы пороха одним махом. Вы измена родине и королю. Эти люди приговорены к позорной смерти, расстрелу. Черт возьми! А раньше нельзя было? Быстрее, надо организовать взрыв. Да, но просто так нам до пороха не добраться. Я вот что думаю. Лучший способ поджечь ту башню, чтобы она рухнула на пороховой склад. Я подожгу башню. А вы поставьте бочки с порохом внизу. Thank you.
Разойтись! Найти предателей! Живо, парни! За ним! Порох на месте. Эй, ты! Стой! План сработал, друг мой. Среди солдат паника. Дворец без охраны. Это вам поможет. Механизм замысловатый, но уверен, вы разберетесь. Хорошо. Увидимся, когда я закончу. Вот и славно! Эти двери взломали. Кого же здесь стреляли?
Он шатается. Мама, ты не остановила Вашингтон, но ты приведешь меня к нему. Остановила Вашингтона, но ты приведешь меня к нему. Кто-то проник во дворец. Стрелять во всех, кто выйдет. Следы зубов. Кто-то прошел здесь. Чья-то кровь. Не человека.
Мама, я закончу начатое тобой дело. А, это ты, наконец. Генерал Вашингтон, отдайте яблоко и будете жить. Отдать яблоко? Вы в его власти. Ты так думаешь? Это оно в моей власти. Хотя я даже не думал о том, что оно может контролировать кого-либо. Может, ты прав? Сила яблока помутила ваш разум. Помутила? Что ж, тогда возникает вопрос... Ты хочешь забрать его для того, чтобы спасти меня? Или ты хочешь забрать яблоко, чтобы править страной? Страной управляют люди. Не будем обманываться. Дикая мысль, но... Предположим, яблоко подчинило меня. Разве ты вел бы себя иначе? Я бы использовал его во благо. Обладание яблоком не только благо, но и бремя. Скажи, сотрясая землю, ты правда чувствуешь себя рабом народа? Или же все-таки хозяином? Народ против вас. Ты не ответил на вопрос. Я единственный король! Ты полагаешь, я тебя не вижу? Это пламя моего гнева! Узри пылающий свет! Ты только разгневаешь меня! Ха-ха. Глядите, кто выполз на свет! Конечно.
презренный червь! Убью вас за все, что вы сделали! Теперь нас много! Давай, загоним! Это пламя моего гнева! Радунха Гейду, я погиб, пытаясь убить Вашингтона. Прошу тебя, не гонись за яблоком. Сын мой, я так боюсь за тебя. Подъемы в небо сбили тебя с пути. Прошу, не гонись за яблоком, сын мой. Прошу. Это твой шанс. Возьми яблоко. Возьми! Возьми! Генерал. Вот. Забирайте, оно мне не нужно. Никто не должен обладать такой силой. Утопите его. Найдите в океане место поглубже и утопите.
Зачем мы приплыли сюда? Генерал Вашингтон. Я думал, что я один. Простите за беспокойство. Все в порядке. Мне кажется, мы зашли в тупик. Боюсь, что да. Простите, генерал. В условиях постоянных внутренних раздоров республика долго не протянет. Прошу прощения. Выборные органы, да. Война велась ради этого. Но чтобы страна процветала, чтобы государство было сильным, кто-то должен взять власть в свои руки, чтобы компенсировать недостатки республики. Осмелюсь предположить, генерал, что нам нужен человек, который стал бы значимой фигурой в глазах всего мира. Генерал, нам нужен король. Сэр, позвольте, я буду полностью откровенен. Вы предлагаете мне обречь страну на самую страшную судьбу. Я не тот человек, кого можно прельстить подобной идеей. Я умоляю вас, если вас заботит судьба страны, ее благополучие, если вы уважаете меня, изгоните подобные мысли. Изгоните их навсегда. И никогда никому о них не рассказывайте. Мы закончили. Вернемся назад? Да. Да. Вернемся.